Страна живет, когда работают заводы. Всероссийская промышленная конференция с таким названием проходит сегодня в Москве на ВДНХ. В ее работе принимают участие около 700 человек, в том числе и представители Кабардино-Балкарии. Организована встреча Общероссийским народным фронтом при участии других общественных организаций. Делегатам предстоит обсудить вопросы развития профессионального образования в промышленной сфере, законотворческую базу отрасли и проблемы развития АПК. В рамках форума по промышленности надо четко понимать, что надо иметь приоритет региональный, и у нас есть сегодня возможность быстро пролоббировать наши определенные инвестиционные проекты. И, конечно, при этом надо понимать, что наши проекты должны быть подготовлены по тем требованиям, которые существуют сегодня в институтах развития, которые существуют в Российской Федерации. Очень много поручений есть по итогам Госсовета по малому бизнесу. Есть конкретные поручения главы республики, мы их потихоньку возьмем на контроль. Развитие экономики невозможно без опоры на мощную, современную и эффективную промышленность, считают члены республиканской делегации. Свои предложения по модернизации отрасли они намерены озвучить на сегодняшней конференции в Москве.